Всех приветствую, меня зовут Данила, мы с вами продолжаем рассматривать интересные моды для игры Return to the Village, ну и заодно в нее играть. Сегодня, как вы поняли, я вам покажу мод на бусик из игры My Summer Car. Обязательно выключаем свет, дабы у нас наша электроэнергия не тратилась и мы меньше платили. А мод у нас на бусик Hausaki Ice, как-то так он называется, непосредственно из игры My Summer Car. Вот он, пожалуйста. Полностью скопированный мод из My Summer Car теперь есть в Return to the Village. Ну, уже достаточно давно таки существует, вот сегодня я вам его покажу. Полностью, конечно, спародирован с игры, то есть, ну, как бы оттуда он и взят. То есть, тут, смотрите, детализация вполне классная, что могу сказать. Сейчас мы на нем проедемся, возможно, поперевозим грузы, потому что багажник есть. Вот так все выглядит, все у нас позволяет туда загружать, ну, и также возить. Ну, у нас в игре есть токовый УАЗ «Буханка». Но, в принципе, можете дополнить игру, скачать мод еще на такой бусик и перевозить еще, как бы, вещи. Я думаю, будет классно. Ну, снаружи, как вы же поняли, выглядит неплохо. Имеется интерактив, то бишь, можем с вами пооткрывать это двери. Давайте посмотрим. Вот колеса, в принципе, классно выглядят. Имеется такая ржавчина, да, видно, там у нас идет подвеска дальше, он рессоры. Ржавчина, но автомобиль все-таки покосный. Тут у нас должен идти двигатель, но его что-то нет. Ну ладно, в принципе, это не особо важно. Такие у нас фары, номера, ну все классно сделано. Вот, пожалуйста, смотрите. Все у нас потрясающе, как в My Summer Car прям. Можем открыть багажник. Не знаю, можем ли мы сами сюда залезть? Ну, по-моему, можем. Ну, кстати, в буханке можем залезть. А, ну, наверное, наполовину как-то, даже не наполовину, вот так. Нас что-то сдерживает, ну да ладно, в общем, вы видите, как там все расположено. И, в принципе, можем не открывать багажник, видя, что ничего у нас в этом фургончике тут нема. Да, сюда просто можно напихать всякой всячины и просто перевозить. Использовать для грузоперевозки этот бусик. Так, открываются эти двери. Как-то они, конечно, странно открываются. Ну, не знаю, вроде открываются. По-моему, в My Summer Car, не помню, с этой стороны двери расположены или с обеих. Так, ну, непонятно, да, как эти двери здесь работают. Но так или иначе они открываются, и мы сюда с вами можем заползти. Так, ну какого хрена ты закрылась? Вот, все вот, пожалуйста, можем осмотреть. Все классно, все круто. Ну, наверное, самое проработанное интересное место и качественное, да ё-моё, давайте откроем водительскую дверь. Это непосредственно сам салончик этого Hausaki. Залезаем сюда, двери закрываем. Вот она, давайте, наверное, сразу заведем. Здесь у нас рядный дизельный двигатель стоит, 2,2 литра, там около 6, что-то там, я уже не помню, сколько у него лошадей. Что-то он как-то непонятно. О, завели, но у нас все-таки зима, холодно, да? А дизеля у нас испытывают проблему в сильный мороз. Салончик реально очень качественный, он наша Волга стоит. Нема зеркал, но приборка прям идеальная. То есть даже функционируют здесь все стрелочки, все индикаторы. Имеется анимация педали, газа, тормоза, все классно. К сожалению, не анимирована у нас передача, но он у нас находится под рулем. Так он у нас переключается. Да, не анимировано. Не во всех модах, видимо, здесь это анимировано. Три сиденья. Ну, наверное, все. Давайте, наверное, прокатимся, сгоняем заодно в магазин. Надо, кстати, к сведению сказать, что машина очень резкая. На первой передаче она просто, смотрите, как врывается. О чем мы не едем? Смотрите, она просто на дыбы хочет встать. Я, правда, не пойму, что мы не видим. Ручника вроде я снял. Ну-ка. О, посмотрите, как она прет. Кстати, возможно, моя Summer Car именно так же прет. Ну-ка, тихо. Давайте вперед. Первая. Все, погнали. Как-то нужно аккуратно здесь выезжать. На газ не давить, а так. Постепенно, плавненько нажал, отпустил. Нажал, отпустил. Ну или прям вообще очень мягко-мягко касаясь. Иначе вы просто его рискуете разбить, потому что здесь имеется еще повреждение. Вмятины, вернее. Так, нормально здесь выглядит. Давайте сгоняем в магазин, непосредственно проверим этот бусик, этот автомобиль мы с вами на трассе. Разгонимся. Ну, я думаю, скорость здесь большая. Здесь, в принципе, практически у всех автомобилей, которые имеются в игре, достаточно большая скорость. Так. Так вот, проедем. Вон остановка. Что-то я уже не помню, направо нам, да? Или налево? Я же не помню, где магазин находится. Направо. Вот сюда. Все. Выезжаем.
вторая передача, третья. И в принципе, как я уже сказал ранее, данный мод очень актуален, и он поможет вам, я думаю, в развитии для игры. То бишь вы можете возить запчасти как на буханке, также использовать и этот бусик, также использовать еще какие-то прецендали для того, чтобы перевести вам нужно не обязательно буханку. Можно этот бусик. Ну, в общем, этот мод для этого и создан. Он очень даже классный. Почему бы и нет? Так, вот, я же смотрю, может, с вами подъезжаем. А, нет, четвертый передача, ничего себе. Ну, летим, летим хорошо. Так, тормозим. Ой, нормально тормозим. Аж заносит. Тормозим. Хорошо, мы так тормозим, да, с вами? Ну, у нас все-таки зима еще здесь. Так, давайте. Опять же, я не по правилам поехал, как обычно, через леса. Ой, сейчас рискнул бы остаться без бампера, допустим. А я этого не хочу. Так, приезжаем вот сюда. Останавливаемся. Все, ребята. Не глушимся на нейтралочку, ручничок. Давайте купим сразу себе пожевать. Что у нас тут имеется? Сачок. Так, и постараемся это все, кстати, давайте загрузить в багажник. Что-то не загружается. В моде написано наоборот, что все мы можем тут грузить. Ну-ка. Не выпало? По-моему, да, все нормально, ребят, все загружается, ничего у нас не выпало. Классно. Хорошо, значит, давайте, наверное, поедем домой. Мы с вами снова. И там я уже некоторые детали подготовил. У меня там валялись от сборки. Поэтому хочу загрузить. Посмотреть вообще нормально, ничего у нас тут не выпадет. Ну, пакет вроде бы не выпадает, я смотрю. Ого, а что у нас багажник открытый? Багажник, это не дело. Нам багажник открытый не надо. Ладно, вообще неудобно так ездить. Давайте лучше от вида с салона. Так, ну хорошо, погнали. Ну, салончика ехать достаточно таки уютно, я вам скажу. Потому что выглядит салон тоже очень даже хорошо. Для такого мода. Дополняет игру и очень даже, я считаю, шикарно. Так, а тут все прогружается, все пропадает. Вот. Ой, ой, тихо. Ой, знаете, еще не занесло. Думал, сейчас бочком пойдем, бочком. Но нет. Прям жестко мы с вами бочком не пошли. Хорошо. Это уже. Ого, я вам хочу сказать. Так, тихо, тихо. Ну-ка, вторая. Давай со второй тронешься. Ух, как. Немного пока надумал, знаете, пока разозывался, но в итоге тронулся за второй. Хорошо. Вот, у нас как раз капот здесь лежит и двери. Давайте попробуем это все загрузить, ну и, собственно, прокатиться. Так, открываем двери. Ну, я так думаю, через багажник тоже можно грузить. Просто нужно особо это как-то все сделать. Так, есть, да? Ну-ка. Хорош, хорош, все присутствует. Все имеется. Так. Ну, капот сильно большой, навряд ли сюда влезет. Или багажник, это что у нас? Так. Блин. Уже дверь ни хрена не закрывается. Ну да. Все-таки такие детали, я думаю, бусик этот такой. Для маленьких деталей, миниатюрных, не особо больших. А УАЗик уже большой такой. Туда можно что-нибудь большое поместить и возить. Так. Первое. Ну, кстати, погрузили, сейчас посмотрим. Ничего у нас не выпадет. Нет, вот мы тронулись, все имеется, все классно. Ничегошеньки у нас там оттуда не выпало. Хорошо, что-то валяется у меня здесь. Даже сам не мог понять, что здесь валяется. Когда я тут что поставлял? Непонятно. Ну ладно. Бывает. И такие огорчения. Так, так, ой, тихо, деревья, деревья. Ну да, вроде бы все нормально с грузом. Я, ну, как бы, не смотрю назад. Сейчас посмотрим. Да, капот у нас выглядывает, правда. Значит, все хорошо. А двери? Двери на месте? Да, двери на месте. Все, этот бусик, в принципе, для этого и создан. Если, кстати, багажник у вас еще будет закрыт, дабы ничего не выпало. Тогда уже точно ничего не выпадет, и ваши вещи, ваши детали будут в безопасности. И вы сможете их спокойно довести до дома. Да. В принципе, потрясающе будет, все классно. Все именно так. Поэтому скачивайте. Ссылочку на Telegram, где вы можете найти много таких модов, и в том числе
данной Хоасаки будет в описании. Так, заруливаем сюда. Давайте как-нибудь вот так встанем. Наверное, подрулим домой. Да, я потом для скрина на превьюшку УАЗик подгоню и что-нибудь, наверное, придумаю. Вот так вот. Ну, классно, классно. То есть, простенький, нужный мод. Он просто будет вам помогать перевозить всякие лишние грузы, лишние детали. Ну и в итоге будет помогать продвигаться. Вот таким звуком мы глушим двигатель дизельный. Выползаем. Ну что ж, ребят, все, я вам уже все сказал, свое мнение, все классно. Можете, в принципе, скачать, он вам понадобится. Так, капот сюда давайте уберем. Но мы на этом будем завершать. Вот такой у нас ролик получился. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать в дальнейшем новые видеоролики. Меня зовут Данил. Всем добра, всем мира. Ну и всем пока. Пока, ребят.